Руслан Борега, Бобониры. Ты хотел увидеть, что случилось? Сломалась бойца. Бойца не сломала, сломались полуоси. Ой-ой-ой! Так что не надо на Субарунче говорить, здесь не дело не в Субару. Все волновались. Пустяки. Полуоси — это фигня. Идем, я тебе. Идем, я тебе покажу. Смотри, вот это Субару. Это Руслан, который отличился на последней покатушке, но в фильме еще не видно было, что он немножко поломал полуоси. Красавчик. Не тормози, не тормози, ходом. Сейчас пацаны померяют. Нихера. Это 28. Сука. Хотя тебе вот это надо, правильно? Ну, да. А ну разворачивай, померяйте. Вы опять не те стороны мерили? Писька меряется. У кого писька больше? 27. У Субару писька. Что, разбирай, будем смотреть, что сломалось, бля. Да? Вася уже знает, он не один. Я же по звуку сказал. Сначала был первый щелчок, я говорю, то колесо еще крутится. Потом был второй щелчок, и то колесо перестало крутиться. А Вася, потому как он не одну цирью уже поломал на своем рексе. Он уже знает по звуку. Да, да, это вот этот дедушка, помнишь? Который спасал. Резал, резал и наконец-то порезал. Вот здесь техническое место, перепрессовывают саленблоки, все прочее. Я и слышал, что бым был, блядь. Все говорили, камень, камень. По-моему, у тебя хороший. Целый, блядь. Можно взять этот... А он не подходит, нет? Только вот эту трубу. Надо померить эту трубу, если она подходит, чинаем там. Нет, подожди, держись. Вообще, надо было сначала разобрать то, что поломали, посмотрели. Что-то вы, пацаны, сегодня по-молдавски. Да, это пятница из-за этого. Все нормально. Сказали, что нету тебе, ты можно не искать. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Руслан! Этот вы держите себе. У нас есть, это подарок тебе, заслужил. Это я спасибо. А ты можешь продать его, можешь подарить кому-то. Возьми в училище, чтобы всегда был кому-то дать. Руслан, я же про это и хотел. Ирина, да. Сейчас я Карьера пропадала. Вот наша работа. Три девицы под окном. Пряли. Что я там, как они, не помню. Плакали на этой троице. Ну так что, Руслан? Что сегодня будет? Ну, это, да, сегодня думали, будет так все. Раз, два и проехали. Ну нет. Есть сюрпризы. Ничего страшного. Я тебе говорю, покупай 3D-принтер. Запечатывай на месте. Начинай. Серьезно, 3D-принтер? Да. Хорошо, что 3D-принтер. Надо обратиться в фирму Lego. У них есть полуосик. Хочу болеть. Делаю сейчас 3D-принтер. Делаю для копов. Все, что летает, да? Все, в воскресенье заказываем заднюю полуоси. Да. Чтобы машина ехала, да? Чтобы не стояла на лифте. Через месяц обещаю, что Форес Артурбо мой поедет с вами, покажет вам класс. Там болтовня. Думаете? Турбо не едет. А? Турбо не едет. А он только из-за того, что он на резине BF, а так, в принципе, он не едет. Только из-за этого? Конечно. А то, что 320 лошадиных сел. 319 из них уже умерли, а еще одна за рулем сидит. Это надо же камера села в машину. Мы сядем, посмотрим, как она, как один шаг водит мертвыми кобылами. Ну а кроме шуток, обращаемся в Мусах, гараж Протек. Вот наш специалист. Можно два слова сказать? Меня слышно? Я надеюсь. Я видно, как... Подожди, давайте видно, закроем микрофон. Я микрофона не вижу, поэтому спрашиваю. Механика, электрика, мозганы, фронты, резина. Аппаратура. Можешь сфотографировать, показать аппаратуру, итальянская, германская, что хочешь есть. Ну, а так все, все, все же относится к машинам. Обращаемся, все, кто субаристы и тому подобное. Будущем еще будет чеснянка, покраска. Дай бог, дай бог. Я еще не знаю, как это случится, но... Доброе утро. Доброе, доброе. Сегодня мы составом семейным. Вот с талисманчиками. Короче, сегодня мы хотим показать, что Рексон — это самая семейная машина. Два полных дядьки, не жирных, полных. И еще там
банда детей. Мальчик-кабанчик. И полный багажник под завязку. Девчонки. Мультики смотрите, нормально, девочки? Ну, отлично. И полный багажник под завязку всего. Инструменты, продукты, мясо, шлыки будем есть. Сегодня будет шашлык, машлык. И немножко покатуля. Вадим, сегодня он на Линкольне. Не на джипе. Сегодня наш навигатор на Линкольне навигатор. Да. Вот такой автомобиль у него есть, тоже для поездок шашлычных. Сюда в очках, несется. Вот испытание для нашего боевого Линкольна. Поехали, Вадим, прямо руля нормально, ты уже проехал все. Чуть проедешь, подождешь, я Васю сниму. Подожди. Я даже снять не успел. Линкольн делает вещи. Обратно, Ленин! Обратно, Вася! Чуть-чуть руль туда, там боротом цепляется. Чуть-чуть туда, к забору. Чуть-чуть, вот так, потихонечку, нормально, туда, вот так, потихоньку едь, потихоньку, сейчас потихоньку, отлично, зад аккуратно поднимай. Динозавр. Don't go.
вообще нахрен. Чуть-чуть сюда возьми, да. Чуть-чуть туда возьми. Вот так, оттуда, да, аккуратно, не спеша. На меня руль возьми. Да. Отлично. Старых машин. Это старая машина? Да. То не старая машина. Древняя. Сука, пешеход. Еще есть еще аргументы по поводу защиты своей машины. Это динозавр. Вот он, видишь, тапочки. Один раз понял, что это не твоя стихия. Тебя вытащили, нет, второй раз поперся. Он не поверил. Не поверил, что это не твоя стихия. Неубедительно было. Разгона не хватило. Вообще разгона не хватило. Пару горок таких, которые... Мы здесь поломали этот вот, самый раздатку, да? Раздатку мы здесь поломали Парк Британия. Мы оттуда попали в Парк Британия. Отсюда Парк Британия? Да, 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 да. Напугал просто людей, они там уже все включили пониженные, повышенные, сапоги одели. Не дергай рулем, чтобы не соскочил в яму, тут большой камень. Вот так ровно едь, едь ровно.
Ровно, ровно, нормально, Вася, все нормально, ровно. Езжай, 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 езжай. Поднимаешься на камень, не крути рулем, давай. Давай. Нормально, нормально. Начинай поворачиваться туда, все. Там вам нечего здесь смотреть, пацаны, мы просто толстые мы. Подняться потом. Лебедка придется вытягивать. Он все равно не доедет.
как у себя два таких вещей. General вообще не так. General закоп вообще. А латышки вот, General вот это. Вот латышка. Какая фирма? General? Ну вот он у Pajero, у меня General вот это, Grabber. Громадные разницы. Так тот или буксал. Я же тебе говорю, General это вообще не то. Так что порешили? Здесь покатаемся дальше поедем. Я вас тут встречу вниз. Мне кажется, по той стороне интереснее. Тарас, такую заказал или какую? Или сам прикалываешь, что заказал? Тойоту заказал? Нет, это трайфл. Или... Да, это трайфл. А что, Тойоты нету в баре? По дороге, за 2000 метров. На? Эй, Катар. Катар для YouTube. А? Вот что будет. Хулиганс оф роуд. Хулиганс оф роуд. Ain't no sunshine when she's gone. It's always gone too long. Anytime she
Конечно, куда вы денетесь на Паджеро? На такой-то резине, с такими дисками, с таким сопровождающим. Тут даже джим не должна подняться. А? На подъем нищих легких путей. Сейчас сюда все по легенькому поднялись. Динозавр поехал. Сюда вот так заезжай. Ты за тобой ехал как хополовый, значит, ни хреновый. Я шел путь, который ходил наш пилот. Окей, вот этот Эль Лахиш, который приезжали, там был тот. Вот этот был большой город, и Эль Лахиш был большой город. И плюс ко всему здесь везде, как бы на всех холмах были сигнальные как бы вышки стояли, да? Зажигали костры в случае нападения или что-то такое. Во время римской как бы... Вот это его зона, как бы он здесь держал свою армию. Ну, армию, как бы. И это была его зона, красная. Это его зона, да.
сохранились вот этот Бет-Гуврин, да? Подъемный город, да, да, вот да, это да. Все. Это как бы, это вот эта арабская часть. Это, она надземная и подземная. И она по сравнению с остальными, которыми развалинами, да, там сохранилась хорошо. Это все 3500 лет. Там эти такие арки. Да, если вы, если вы ехали сверху, было видно, что как город был распланирован. Да, видно, пропаделено, закрыто. Да. Ну, тут с клетками, ну, растения. Ну, вот и здесь видно. Вот. Почти как ваш транзит. Близко, да. Ну, надо им. Вообще, я получил, да, так. Здесь как бы никогда нету много народу, да? Мы приезжаем обычно, когда только мы сами. Вот посмотри, сейчас есть люди, которые уже знают, что это есть. Когда мы это место для себя открыли, окей, вообще тут было жутко, тут никого нету, только мы. Тишина. А сейчас уже как бы это более-менее раскручено. Весь секрет в том, что тут как куча, оно стоит. Как его собрать? У меня дети сами, вот папа, ты сейчас никуда. Плюс ко всему, если как бы я со своей женой, если она знает, что мы едем.